Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube канала. С вами Артём. И мы продолжаем играть в Hard World. И перед началом ролика поставь лайк, подпишись на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Мы продолжаем играть с четверкой. Четверка, поздоровайся. Привет, привет, дорогие друзья. Продолжаем играть на новом сервере. Ссылочка на сервер будет в описании под видео. Принимай ТП. Все. И название сервера тоже будет в описании под видео. Дело в том, что мы зашли на пару серверов, вот только, считай, пришли с этого, как он там, блин, не Йолохард, а Йолохард, все правильно. Не, блин, я появился и не пропалил. Так, куда предлагаешь идти? Ё-моё, слушай, Хидамин... А, это твой трупак? Я думаю, два варианта, вот тут вот можно, так. Либо вот отсюда вот пойти. А, давай сейчас. А чё по дверям у нас? Дверей там всякие знаки. Я вообще ни одной не вижу. Они идут по направляющей. Так, стоп. А вот тут у нас дырка. Так, а где хотя бы одна? Да ё-моё. Ну сейчас ТП на меня кини, все просто. А, вижу одну дверь. А, все. Так. Сервер непонятно чей. Ну, то есть, не польский это язык, и непонятно чей. Только ты не беги вперед. Вот чей-то язык, поэтому мы в душе не парим, ребят. Так, секунду. Так, 5 секунд, ребят. Так, все, продолжаем. Да у меня этот звук был в динамиках, а не в наушниках. Я думаю, что за бред. Так, куда предлагаешь поставить? Так, сейчас, секундочку. 212. Нет? А, фак, блин, я забыл, у меня двоечка летает. 5 рубинчиков. Да, кстати, напишите команду для рубинов, ребят. Я вот искал что-то, ну, не нашел. Если вот узнаете, что за сервер, напишите команду на него. Че, давай бахать вот этот камень, наверное, или по железу пойдем? Вот сюда, вот сюда вниз. А, ну, блин, слушай, я тогда на нижнюю стенку... Стоп, а как здесь по стенам вообще? Так, а как вот... А, она целая, так что можно... Я вниз ее поставлю, сих. Я до самого пола просто не достану. Хочешь отойти? Да, нафиг. Сейчас посмотрим, окупимся мы на сервере на этом или нет. А, стоп. Что там пронесло? Ну, железо, естественно. Так, куда пойдем? Вправо или в... Ну, под тебя или под меня? Сюда, мне кажется, вот здесь. Ну давай тогда вот эту стенку дальше бахнуть. Железную. Так, стоп, я не прочекал сначала. А, она тоже целая. Ну, Василий ты. Так, о, 5 минут. Этот бан на телепорт. Походу. Или перестарт сервера в 5 часов. Я не знаю просто, что это за язык, ребят. Поэтому я вам сказать не могу. Мы думали, это какой-то турецкий, может. Похоже, может быть. Да, рестарт... А, нет, смотри. Рестарт сервера на английском. 5 часов. Так, и мы пробились в никуда, блин. Реально в никуда пробились. Так, сейчас. Я молот возьму, где там двери. Так, стоп, а тут ничего не взорвалось? Ну вот сюда, вот там железо уже дальше пойдет. Вот сюда давай спустимся. Вот сюда бей. Каменку? Так, а фундамент какой? А, все, точнее фундамент. Большой. Да нет, в смысле пол, да. О, там кто-то что-то в чате написал. Сиема. Я не знаю, кто это, и мне... Девушки, какой-то двери, боже. О, твой ящик улетел. Так, дверка. Ладно, я спускаюсь. Мы вылезти можем, если что. Так, твои предположения, коллега. Так, слышу дрели. Так, ну это выход, по-любому. Это по-любому выход. Подожди, по дверям. А, я думаю, что у меня двери не показываются, твою мать. А у меня этот, окна стоят. Нет, пойдем куда, в смысле, направо или налево? Я предлагаю налево. Ну окей, налево так налево. Так, посмотрим. Ну, если что, сишки-то у нас есть, так что... Детонов много, главное их переделать.
Так, ну вообще, по факту мы рейдим тупо... О, ящик один. Пустой. Пустой? Да, пустой. Мы тупо рейдим ради этих шестеренок на тачку. Вообще, весь рейд тупо ради шестеренок на тачку. Так, давай, лети на хом ты, у меня откат. И возьми. Возьми. Да, все, 5 сих ушло. Возьми там еще где-нибудь штуки. 3. Да нет, ты взгляни на мол. Ну-ка. У него тем более, вот видишь, антидверь стоит. Антидверь? Подожди, не, вот тут одна дверь. Так, ладно, сейчас. Но все равно 3 сих, я думаю, нам. Блин, нам, думаю, 3 сих хватит. Так, раз дверь, два дверь, три дверь. Слушай, мне кажется... Подожди. Одна проход сюда. Вторая это тотем. О, так. Давай сейчас, может, прочекаешь как раз, пока лететь будешь. А третий это выход. Да, нам 2 сих, мне кажется, хватит. Ну, там не на 1 тотем. Я... Не, ну основа на 1 тотем, а это уже пристройка. Смотри сейчас вниз только. Ну чё? Вот тут вот. Чё там? Тотем здесь. Тотем вот здесь? О, ну вот, изи. Вот, а, тогда все равно две да, сихи. Да. Две сихи, Миш. Да, по дверям. Две по дверям, да, уйдет? Да, ну вот, одна дверь, получается, идет, вот эта. Здесь проход, скорее всего, и еще одна. А, где-то вот тут вот, вот тут вот где-то. Ну давай тогда на железо поставим, или на... Давай одну на дверь, если чего, как бы рискнем. Либо на железо, либо на двери ставим. Я просто не знаю. А, 4 взял. Ну, в принципе, тогда можем одну пожертвовать их. Может, окупимся. А может и нет. Посмотрим. Если бы вы знали, как легко четверки достались эти сихи. Вы бы просто плакали со смеху. Так, пробегай. Застроил он или нет? О, не, Василий. Так, железо! Да, детка! Так, железо. Здесь основной ресурс, по факту, это железо. Здесь можно железо делать. Железные потолки, железные полы, железные стены. Вот. Есть тотем вон там. Стой, смотри, ставь на бетон, вот тут прям. А зачем? Или тут? Не, погоди, погоди. Не, базар ноль, бахай. Просто поставь на бетонный пол, а ближе к ящику. Я знаю, это просто сплэшем, я ящики забрал, все тут что. Не, железо только половину забрал. Ладно, сейчас еще заберу. Так. И все. А, золотой топор мне тоже один нужен. Динамит я оставлю. Так, идти. Так, 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 так. Ну можно еще стак железо утонуть. А! Запоздал. Да ладно, сейчас я ТП на тебя кину. Запоздал он взрывом. Ну чё, тотем? Ну да. Так, 10 секунд отката. Так, ну ладно, раз мы до тотема дошли, то в принципе я сейчас скину ключ. Динамит, это мне все не надо, это я потом заберу. Да и кирка мне тоже не нужна. Молот только возьму, наверное. О, братан. Сколько, ну, ничего не буду говорить, сам придешь. Сколько мы потратили сих, просто скажи. В счете. Я взял 5. Так, ты 5 взял, и я взял 4, 2 потратил. Да, 7 сих мы потратили. Так. Все, принимай. О, лутанитом меня скинь в какой-нибудь ящик железа. Чтобы нам потом базу расстроить. Это база четверка отжал. Да, если так быть, просто идя по дверям и с помощью одной сишки. И просто нехило окупился. Который, кстати, залутал сишку в метеоре. Так, о, я видел тотем. Так, стоп, у меня еще не прогрузилось. Так, сейчас. Я заберу пока все свое. Набей там себе карманы фул железом. Чтобы было. Чтобы было. Так, сейчас все, прогрузка прошла. Тотем, кто здесь жил, непонятно. И... Так, пустой ящик. 10 рубинов, рубины, патроны. Так. 11 детонов. Это не это мега ого просто. Еще и рубины. О-о-о-о. Так, 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 так. Канга Роуч. Да твою мать, вы стебетесь. Да, детоны это хорошо, но мы не нашли то, что хотели. Короче, здесь нет шестеренки на тачку.
Да, ребят, это разочарование. Это не такое разочарование. Конечно, 11 дитонов это супер просто. Я не скажу, что это прям все, мы тут будем реветь из-за того, что мы шестеренки не нашли. Но... О, тут еще и синьки с зеленкой, неплохо. Мы хотели ее поехать... О, мне прям экстаз, синяя кирочка. Ушанки. Тут есть все, что нам надо. Для прекрасной жизни. Так, еще даже железо. О, я еще синюю кирочку с собой зацапаю. И моя... О, М16. Авто. Просто бесподобно. Ладно, ребят, пока что мы на этом закончим. Такой вот маленький рейдик был дома. Погоди, погоди, второй кусок-то тоже надо рейд. А, ты хочешь второй еще забрать? А второй, мне кажется, это тупо этот у него. Так, это у него улица. Мы вообще первый дитон у него забрали вот из этого ящика. Он, походу, утонул метеор. И все. И вот тут вот у него лежал один дитон. Так, что у него там дрель? Ну, дрель как хлам набирает. Так, ты считаешь, что там есть что брать? Я с тобой согласен. Я как бы на руками за. Просто открытая дверь, и как бы у нас... Вот где-то сейчас метеориты пойдет, а где непонятно для нас. В данный момент это вообще непонятно, где метеорит может упасть. Если кто-то знает, что это за язык, подскажите. В описании под видео. О, в описании под видео скажешь в этом. В комментариях. Хотим посмотреть, что это за язык. Может, кто-то знает, что это именно за сервер. Здесь кто-то уже, может быть, играл. Ну что, пойдем до второго? До второго. Сейчас пока приму. Ну да я жду, мне как бы не страшно. Так, я пока железо перезаберу, все. А то потом оно нам пригодится. Ладно, я пока тогда сейчас слетаю на базу. Чего? Иди сюда. Чего? Твою мать! Твою мать, ребят! Это эпично! Твою мать, ты придурок! Братан, ты конченый! Ты просто реально конченый! Я даже сделаю это вот будет на скриншот. Твою мать, сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать три, двадцать две или двадцать три сихи, если я не ошибся. Двадцать, твою мать, три сихи, еще сверху. Да мы тут полсервера реально вынесем, если считать, что он наполнен из железа и синьки. Забирай давай все, что сможешь. И все, что не сможешь. Охереть, просто охереть. Я охренею, ребят. Это просто эпично. Это твою мать, а? Это вот как так? Стоп, они из меня не падают? Надо... Блин, я уж испугался, я думал, кто-то подходит. Ладно, давай лутай пока. Я сейчас кину два стака железа, а то я не знаю, какой здесь предел посечки. Собака меня тоже убила! Погоди, сейчас вторая взорвется? Да, ёпта, я разменил одну. Твою мать! Подожди, у тебя там точка возрождения стоит, да? Скажи, что да. Это просто эпично. Ладно, ладно, ребят, мы заберем. Мы заберем. Так. У тебя стоит эта точка? Ладно, говорю, пойду ебать. Подожди. Ты там ведь появился? Миш? Да. А, ну все, да. Слава богу. Фу, это было эпично, ребята. Короче, принимай. Мы просрали по факту, мы просрали... Погоди. Две сишки. Да я гадю, блин. Ну ладно, мы окупились неплохо. Мы сейчас просто все соберем, посмотрим, сколько у нас в итоге получится. Все, ребят, набрали сишки. Сейчас мы вам, конечно же, покажем, сколько мы набрали. Но мы решили дорейдить. Ну, потому что дитонов всех мы набрали много. Вот, один из дитонов там, я не помню, сколько сих получилось. Но в сумме у нас там порядка 30 с чем-то. Кстати, холодогенчик надо будет забрать. Это сервер X5, если что, но... 34 и там еще чем-то. 33 вроде, да, и там сколько много дитонов, в общем, дофига. Ну, 16, ой, 26 или 27, короче, дофигища всего мы набрали. Ну, 11 мы собрали дитонов, плюс у нас были. Вот, мы решили дорейдить, потому что как бы сихи есть. Плюс 2 австрали, да. Да, и плюс 2 австрали, которые...
Я чудом, что наши ящики не выкинуло в соседнее село, блин. Так. Все, все покоцалось. Не, не антирейд. Это выход тупо. Стоп, а где тотем? Если ты бахнешь эту сиху... Уааа! What the fuck? Да ладно, серьезно, что ли? Ты меня стебанул, правда? Да, ладно, хрен с ним, бахай сиху. А я тут застрял. Карл, я застрял. Меня убьет взрывом, нет? Не, вряд ли. Слишком много слоев железа. Да. Прими. То из этой херни просто не вылезу. А, я тут фундамент разобрал, твою мать. У меня нету материала, чтобы его заново отстроить. Да? Да. Чё? Еще? Еще одна стена? Чуть непонятно. Ну-ка, сейчас я появлюсь. Ну, это на выход, видать, дверь. Ну да, это на выход дверь. А тотем тогда никуда заныкаем. Может, на скалу? Или под скалой? Да. Э, чё ты... А, подожди, а чё с телепортом не так? Я ж тебе скинул. А, ты не принял. Прими. Так, стоп, а если я... Ага, хрен из два. Тут, кстати, вот эти антирейд-двери, ну, если рейд в обратном порядке, то двери будут все сноситься, как и всегда. А вот если рейд снаружи, в дом, то будет по одной сноситься. Так, стоп, нет, это у них на улице, я помню, их дерево росло, ну, да, перед входом. А, ну, куда же вы, придурки, тотем заныкали? Слушай, а вставай ты давай, запрыгивай ты наверх. На меня. А, стоп, зачем, да, точно. Моя фамилия Василий. О, еще один примерчик. Ну, примеры мы решать не будем. Да. Вот, смотри, камень. Как думаешь? А, тут вот дверь. Да не, в жопу потом. Так, сейчас, секунду. Ты пока давай. Ну на да. Замыки, ну мне как. Ну ладно, в принципе, да, чё париться. Не так окупились. Так. Ладно, я на хом. Если есть что скинуть, давай. О, кстати, дрели. Они нам тут не добывали всего. Пусть работают. А, не успел. Так, и сейчас я вам покажу, сколько мы окупились. 29 C4 и 28 дитонов. Хотя даже не 29, ты же сейчас еще скинешь. 31 сишка. У нас в итоге осталось 28 дитонов и почти полностью собранная рейд-дрель. Да, ребятки, мы, конечно, реально окупились на этом доме. Мы не планировали, мы вообще шли, мы думали, что там, ну, какие-то бомжики живут. Ну, чисто так вот залутать с них. Немного ресурсов и все. Хотя бы шестеренки на тачку, которых мы так и не нашли, к сожалению. Да, но мы набрали кучу крутых себе ресурсов. Плюс еще огромный вагон сишек. Ладно, на этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока!